Привет! Сегодня я иду по молоку. Идет небольшой дождик, поэтому мне надо открыть зонтик, чтобы не намочиться. Ну как я вам? Пошлите вместе со мной. А чтобы не порвался наш красивый зонтик, я купила уже сладкое вкусненькое молочко. Пойдемте посмотрим, какое оно белое, сладкое и красивое. Вот такое вот сладкое, вкусное молочко я купила. А сейчас я буду пить. Вот оно молоко. Какое вкусное. А вы знаете, из чего делают коктейли? Вы правы, коктейли делают из молока. Можно сделать коктейль не в магазине, без с химикатами, а также сам, но дома. Берем обычное молоко, добавляем банан или то, что вам нравится, какой-то фрукт, сливу, клубнику, можно даже малину. Взбиваем миксером и получается вкусный сладкий коктейль. Можете вы фантазировать, как и я, и делать свои коктейли, смешивая разные фрукты, клубнику, малину и все много разного другого. Можно молоко с сахаром, с медом, многое другое. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и оставляйте комментарий. Любите ли вы коктейль и напишите, как вы его сделали и понравился ли вам.